А можно пояснить, вот ашатает, это какой корень? Ну, да, корень шад. Шад. Шад, угу. Да, корень вы найдете шад. И это, вот если вы наберете, допустим, мне корень шад, да, шад, то будет у нас шад, шестой класс, да, атмани пада, ну, иногда, да, бывает и парасмай пада, to fall off or out, да, падать. Да, а шадаяти, или шатаяти, to cause, to fall off or out, или asunder, to knock out, и так далее. Mm-hmm. To disperse, dispel, remove, и так далее, да. То есть осыпать. То есть она гора чачала, да, гора задвигалась, приведя к осыпанию каждого цветка с вершин, с цветущих вершин, с цветущих вершин деревьев, да. Да. Да, мне нравится такой вариант, Татьяна, да, очень хороший вариант. С цветущих вершин деревьев, либо с деревьев, вершин которых, вершины которых были в цвету или в цветах. И так можно, да. Я практически сейчас, мне кажется, и тот, и другой вариант хороший, равнозначный. Почему бы и нет? Угу. Так, и да, и комментарии мы закончили, строфу закончили, и, к сожалению, наше время тоже закончилось. Ну, задавайте какие-нибудь вопросы. Да. Что, кому-то что-то было в этой строфе или в этом комментарии, хоть что-то. Может быть, понятно. Мухурта здесь это не почти час, а в миг это было настолько сильное нажатие, что в миг все осыпалось. Да-да, мухуртом, да, мухуртом в миг. Мугуртом чачала, она чачала, она чачала, нет, мугуртом, конечно, может быть миг, да, то есть, но она дрожала, она, эта гора, сжимаемая, да, и руками, и ногами, да, Ханумана, она дрожала, она быстро, ну, быстро она, в смысле, задрожала и дрожала мугуртом, дрожала лишь один миг. Ну, здесь же непонятно, дрожало это процесс или нет, там дело в том, что там дальше будет, что там от нее там огромные скалы там стали отрываться и катиться. То есть я себе как-то себе так вот представляю, ну, какой-нибудь там вот фильм фэнтези или science fiction, такой со всеми вот причитающимися спецэффектами, что значит, вот она, правда, он так сильно, он уже прям как эта реактивная тяга туда его вдавила, и то есть она мгновенно задрожала и дрожала в течение почти часа. Да. Так что там no chance, ни у одного цветка не оставалось ни шанса остаться на вершинах. Я себе это так вот представляю. Если они все осыпались бы с секунды, это был бы фильм ужасов. А это получается такое постепенно все сыпется. Нет, и там дальше животные вылезают, там все. Да-да-да. Нужно там время. Множество смертей там дальше. Нужно было, время. Да-да-да. Потому что там вот она там раскалывается, там скалы начали там обнажая то, что внутри этих скал. Угу. Хорошо. Еще какие-то вопросы? То есть теоретически возможно, но я бы это интерпретировал как. Вот час, да, дрожала аж целый час или почти час. Какие-то еще вопросы? Да, все-таки парьянтам, да, аж до, вот вплоть до, то есть это вот мугурта парьянтам, да, это все-таки вот это дословно пределом чего является мугурта. Если просто миг, то, ну, у мига же практически нет предела, то есть он как бы такая вот точка, да, вот раз, вздрогнула и все, да. А тут вот она дрожала все-таки продолжительное время, да, от этой реактивной тяги Ханумана, огромного Ханумана. Не забываем, да, что он же был огромный, он увеличился в размерах, да. То есть это такая как бы вот как ракета, представляете, или какой-нибудь даже там, не знаю, космический корабль, который вот там, значит, вот приготовился куда-то прыгнуть. То есть там реально должна быть дрожь. То есть я думаю, что там, ну, точно это вот не мгновение. Да. Не-не-не. Ну, за секунду ракета не взлетает. Нет. И именно. Он вот приготовился, принял эту стойку, и вот, значит, реактивная тяга вот привела, значит, его там, ко всему. Там минимум 10 секунд. Минимум 10 секунд. Да, ну, а 10 секунд – это уже не мухурта. Да? Это уже несколько, это уже много мухурта. Поэтому я думаю, что вот мухурта по рентам – это все-таки час, да, индийский час.